Всем привет, вы на канале Crypto Commons. И сегодня у нас такое прогулочное, релаксное видео и размышления о рынке, как всегда. Размышления о рынке, собственно, такие философские, глобальные. Что же нам нужно делать с вами, чтобы зарабатывать и не сливать? А на самом деле, все очень просто, если не усложнять. Нужно соблюдать всего два правила. И в одном из прошлых таких видео в стиле Coach Travel я говорил, что это правило не торопиться и не затягивать. И это тоже правильно. Но на самом деле два правила еще другие существуют. Это нужно покупать дешевле и продавать дороже. Я думаю, вы все это и так сами знаете. Покупать дешевле и продавать дороже – это на самом деле очень-очень непросто делать, как показывает практика. И по факту, если вы будете соблюдать эти два правила, то вы будете всегда в плюсе. То есть до тех пор, пока вы не продали дешевле, чем купили, вы не в минусе, вы не принимаете убыток. Но это, конечно же, речь идет о спот-торговле, поскольку если вы торгуете с плечом маржинально, там всегда есть риск ликвидации, да, то есть вы могли и не продать дешевле, чем купили, но вас принудительно просто закроют, и биржа сама за вас продаст. Или наоборот, купит дороже, чем вы продали, если вы шортите. Но если вы торгуете на споте, то теоретически и технически вообще никаких проблем не будет, да, вы просто сидите, грубо говоря, в просадке до тех пор, пока актив не вырастет. Но не все так просто. Вы сами знаете, что иногда случается так, что актив может и никогда вообще не вырасти. Допустим, как сейчас многие монеты, в которых люди застряли, с хаев, там, пускай даже с локальных, но мы не знаем, локальные это были хаи или глобальные. Ведь может рынок развернуться там в рецессию, уйти на 10-20 лет, может. Или вообще скомануть. Поэтому тут, скажем так, это, наверное, единственный риск, который вы на себя берете, торгуя таким способом. Это риск полной потери средств, надо это понимать. То есть всегда есть вариант того, что вы потеряете 100% своих вложений. Давайте пойдем туда. Вы потеряете 100%, максимум. Но с такой бешеной волатильностью растущих рынков вы можете заработать 1000%. Вы можете заработать 500%, 1000, 2000, 10000%. Поэтому риск потерять 100%, он не такой уж и большой. Если мы говорим не о всем вашем благополучии, скажем, да, там, всем вашем накоплении, всем депозите, а о его части. Поэтому очень важно это понимать, ребята. Я надеюсь, что вы это понимаете, но много новичков нас смотрят, которые могут еще не догонять. Очень важно это не влетать на всю котлету во что-то одно. Это очень важно. Не влетать в один актив, потому что он может так и не подняться. И будет очень обидно, когда вы будете смотреть, как другие монеты или там активы, неважно, во что вы вкладываете, растут, а ваш не растет. Поэтому, по этой стратегии, ребята, по простейшей стратегии, которую мы сейчас обсудили, покупать дешевле и продавать дороже, нужно еще соблюдать третье правило, это диверсификация. Если вы диверсифицируетесь и покупаете хотя бы несколько активов, а лучше 5-10, если там не 100, ну, как бы больше 10-20, это уже другая крайность, там уже вы начинаете, ну, как бы у вас мозг просто не справляется, уже начинает закипать, следить за всеми этими монетами, там, будь что там, акциями, неважно. Активами, короче. Поэтому да, выберите себе пяток, десяток
криптовалют, если мы говорим с вами о криптовалютном рынке, да, и инвестируйте в них там, соответственно, по 10-20%. И вы увидите результат. Если даже одна какая-то монета, или две, или три, вдруг по какой-то причине не сходит выше, чем вы их купили, что, на мой взгляд, крайне маловероятно на этом рынке, вы сами все видите. Ну, год-два там просадка, а потом десятки, сотни иксов. Потому что многие не дожидаются этих иксов, продаются на лоях, понимаете? И да, но я имел в виду, что обязательно, даже если три монеты у вас будут в минусе, то одна будет в таком плюсе, что это перекроет вам все убытки. Понимаете, какой расклад? Поэтому, ребята, терпение, терпение и труд. Все перетрут. Все действительно так вот просто, если не усложнять. Но, к сожалению, это дано только единицам. Большинство на рынке нетерпеливые товарищи. И все обязательно сольют. Вот. А так что? Не знаю. Такое какое-то глобальное философское видео получилось. Надеюсь, кому-то полезна эта информация. Может быть, кто-то это и так знал, но услышал что-то чуточку про себя. Я вот могу сказать, что даже по моему примеру это тоже происходит. Допустим, вы, наверное, многие, кто меня смотрит, знаете, что я инвестировал очень много в монету Dash, которая до сих пор вообще не показала, скажем так, мягко говоря, ничего, показала отрицательную доходность. Но меня спасло в этой связи в то, что я еще инвестировал также и в биткоин, и в золото, и в эфир там, понятно, и в эфир классик, который так же, как и Dash, все хоронили, он улетел с $4 на 180. И в Dogecoin. И во многие-многие еще всякие прикольные штуки. Сейчас вот в касту инвестирую, в BitDAO. Поэтому диверс помогает, ребята. А если вы сидите в одной монете, конечно же, вы будете смотреть на то, как другие улетают и обламываться. Вот точно так же сейчас, кстати, и биткэш, и лайткоин тоже тошнит на одном месте, можно сказать, даже точнее на даунтренде. Вот. Тем не менее, если двигаться дальше по стратегии, то все будет нормально с ними. Единственное еще, что вам нужно, это время. Если у вас есть время, и вам не нужно завтра выводить там на еду, то вы выиграете в этой игре. А если у вас нет времени, и вы жадны до времени, вам нужно завтра, и сейчас, сегодня, срочно, то вы проиграете, потому что, ну, вы не дождетесь иксов просто. Поэтому разделите обязательно еще свое торговое депо от, скажем так, вашей подушки безопасности, которая вам нужна на жизнь. Обязательно должна быть подушка, чтобы вам не надо было продавать все на лоях. Ну вот какие-то такие сегодня мысли. Если вам это не безразлична тема и понравилось, зашло, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы у нас новенький. Всем привет из джунглей Убуда. И профитролей. До следующей встречи. Пока.